Снег пошел еще до обеда в понедельник, но самый обильный снегопад с заносами на дорогах и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается 17 января во вторник. Коммунальщики заверяют, что и люди, и техника к очередному испытанию снегом готовы. Обстановка в городе под контролем. Также у нас две организации задействованы в уборке города. Это значит компания «Чистый город», которая имеет наличие 40 единиц. В основном работа проходит ночью, вечером. Сегодня смена выходит в количестве 24 единиц в 6 часов вечера и приступит к уборке, к усиленной уборке. Вот. А компания «Трейс», которая убирает у нас «Березовый рощ», поселок Дачный, приступит завтра только утром. Уборке будет задействована и новая современная снегоуборочная техника. Напомним, за счет средств города закуплено 14 единиц. При необходимости все дорожные службы, возможно, переведут на круглосуточный режим работы. По прогнозам синоптиков, засыпать наш город будет вплоть до среды. Арина Макарова, Анжелика Барвинок, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.